вода, вода чистая, вода граничная. Она как шкло, и она звенит, вода. Шкло звенит, и кристалл звенит. И речка Ислыч такая чистюткая, и шкло, и кристалл повинен быть такие самые чистютки. Но нек побачу лежить там так, докладно, на дне раки лежит песок. Песку, шкло. Со шкла, ну, ковалки шкла, ти песок дали. Так, а вода все тячет. Так и тячет. Тяжкое питание складанное. Кто я есть? Имя Василий Рубцов. Живу тут у Киевцы, на Ислыче, и працую тут. Майстерня Ислыч – это не я, нас коллектив. Николи ничего не починал адмыслово, как сесть и так взять и почать, что «А вот завтра 8:15 почну шклом займаться». Не, не было так николи, бо все життё нечто хотелось зробить прихожее, нечто робил. Тогда и захопился я справами ювелирными, тогда далей неяк пошло, тогда и шклом захопился, а тогда дали более гравировка, традиции, старожитные традиции. Во шкло добавится с детства, как, ну, как штодённое нечто, что побач за все. И хочется, чтобы красиво было, прихоже так. Калісті даведаўся пра налібоцкія гуты, і калі я паглядзеў, што тут у нас недалёка у налібоках выраблялася такое, што упрыгожвала сталы і дварцы князёў ды каралёў у Еўропе, ну дык як тут не звярнуцца да гэтага, ну зразумела, што цікава. І гэтая цікавасць неяк пайшла у працу. И атрымалася добра. Атрымалася тое менавіта, што і было ў іх. Да ты Юрко, да ты яркая сонца. Калі мы пачыналі гэта, у мяне не было і думкі пра тое, што калісьці прыйдзецца спытаць у самага ўладара гэтага герба, ці маю я права на тое гэта рабіць. Сонца не бывала ж ты ў наймі. І калі спытаў, дык Мацей Мікалай, два было прадстаўніка Радзівіла. Яны кажуць, калі ў такой якасці, дык мы толькі за той, каб яно было і пашыралася. Добра, кажу, дзякую, будзем пашыраць. Ну, вось і пашыраем. Пакуль так, далі паглядзім. Задумкі, камплект, набор з крышталю, які назву такую нясе пад белымі крыламі, у якім імкнемся мы паказаць усё, што тут ёсць. Да ты ярка, да ты яркая сонца. Ракаў і Ислыч, і наша майстэрня, і налібокі, і Радзівілы, тут так усё звязана. І я тут на беразе Іслычы жыву, што, ну, гэта шчасце. І ось усё гэта, ну, па выразу вядомаму, усё гэта пад белымі крыламі, яно існуе тут. Треба наліваць уже по таким звоні. Мне цікаво, каб яно рабілася. Мне цікаво, каб не згубілася нічого. Бо ўжо шмат страчано, шмат. І
страшна того, что не вернется никогда. Есть у меня такая думка, что покуль, что не треба выдумлять, треба обновить и зробить, и заховать то, что было. Хоть бы так. Бо это варто намагання всяких, и варто життя. Треба вспоминать, кто мы, где, откуда.